Рузаевке вынесли обвинительный приговор 34-летней местной жительнице. Женщине менялось 2 эпизода кражи, 1 эпизод мошенничества и присвоение чужого имущества. Преступление она совершала прямо на рабочем месте. Судом установлено, что 29 августа 2016 года в 13 часов 25 минут Берсенина, осуществляющая трудовую деятельность в салоне «Блеск Стен», тайно похитила с поверхности стула мобильный телефон марки «Lenovo CLA40», причинив потерпевшую значительный ущерб на сумму 10 477 рублей 50 копеек. В декабре 2016 года женщина пошла на еще одно преступление. Похитила из торгового павильона того же салона ювелирные изделия из золота на общую сумму почти 22 тысячи рублей. Жажда легких денег не проходила, и тогда Берсенина придумала новый план, который реализовывала на протяжении полугода. Украшения серебряного сплава с позолотой она предлагала клиентам как золото высшей пробы. Находясь в салоне «Блеск Стен», с целью обмана и злоупотребления доверием потерпевшей, осуществила подмену золотых изделий на ювелирные изделия и, закрепив на данные изделия первоначальные товарные бирки, похитив золотые изделия, причинив потерпевшей значительный ущерб на общую сумму 219 722 рубля 86 копеек. Злоумышленница на этом не остановилась и 15 сентября 2017 года присвоила себе еще кругленькую сумму прямо из кассы ювелирного салона. В роли кассового аппарата использовалась обыкновенная картонная коробка. Приговор Рузаевского районного суда Республики Мордовия 21 июня 2018 года Берсенина признана виновной в инкриминированных преступлениях, в совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и окончательно назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С Берсениной в пользу потерпевших в счет возмещения материального вреда взыскано 265 472 рубля 86 копеек. Приговор в законную силу не вступил. Анастасия Семышева, Владимир Ильин. Программа «Происшествия».